21 апреля в Русском театре драмы имени Чингиза Айтматова эссе «Почему не остаются следы». 22 апреля в театре «Место Д» спектакль «Город, в котором я». Спектакль создан на основе интервью «Бишкек», открывается через голоса реальных горожан и импровизации актеров. В кинотеатре «АЛАТО» проходит фестиваль европейского кино. Будет показано 18 фильмов, снятых в странах Европейского Союза. 23 апреля в городе Бишкек состоится субботник и фестиваль «Let's do it, Кыргызстан». Основная идея – задействовать в акции как можно больше человек для того, чтобы путем участия в мероприятии горожане стали более ответственны городу, научились сортировать мусор и в дальнейшем практиковали сортировку мусора и минимальный выброс мусора. Не оставайтесь в стороне! 23 апреля на площади Победы состоится открытие мотосезона 2016. Мероприятие организовано с целью обеспечения безопасного движения мотоциклистов и автомобилистов на дорогах Кыргызстана, продвижения мотоциклетного спорта, положительного влияния на развитие мотокультуры, активного участия в социальной жизни страны. В открытии мотосезона в Кыргызстане примут участие гости, представители мотоклубов и фрирайдеры из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, а также России. В рамках торжественного мероприятия планируется мотопробег по центральным улицам столицы, а также шоу-программа для горожан. 23 апреля в Театре оперы и балета имени Абдулла Самалдыбаева состоится вечер памяти народного артиста СССР Булата Минжилкиева. Вход свободный.